Герой Советского Союза Мартирос Нагулян на фронте в жестоких боях показал себя как летчик высокого класса. 6 апреля 1945 года в Польше при выполнении боевого задания он погиб. Нагуляну посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем в родном Адлерском районе названа и улица, и памятный спортивный турнир, который дал хороший старт для спортивного сезона, ведь впереди в ноябре первенство России по дзюдо. Среди почетных гостей Михаил Игольников, победитель первенства Европы и мира, чемпион юношеского Олимпийских игр, член сборной команды России, а также Руслан Кишмахов, участник Олимпийских игр, чемпион мира по самбо и дзюдо. В индивидуальном зачете сошлись сильнейшие борцы юноши. В победителе удалось выбиться сочинцам Алену Антоняну и Георгию Угрехилидзе. Отличились и представители Туапсе из Ставрополя. Вслед за юношами в борьбу включились и юные дзюдоистки. Здесь удача улыбнулась сочинкам Анастасии Бажок и Василисе Воронцовой. Отличными результатами могут похвастаться и представительницы команд Новороссийской и Донецкой Народной Республики. В командном зачете сочинская сборная взяла уверенное золото. Второе место у сборной Ставрополя, третье у сборной ДНР.